Фестиваль фонариков. Привет, Руби! Привет, Йо-Йо! Как дела? Сегодня фестиваль фонариков. Папа сделал фонарик для вас. Давайте посмотрим. Папа, покажи Руби и Йо-Йо фонарик. Ух ты, какой красивый! Смотрите, это музыкальный фонарик. Папа сам его придумал. Внутри фонарика игрушечная птичка. Спасибо, папа! Давайте покажем фонарик друзьям. Смотрите, вот и Дуду. У него тоже есть фонарик для фестиваля. Привет, Дуду! Хочешь поиграть с Руби и Йо-Йо? У тебя очень красивый фонарик, Дуду! Руби, можно Дуду взять твой фонарик? Видишь, какой необычный Дуду? А вот и малыш Клубничка с мамой. Добрый день! Посмотрите, какой у Руби интересный фонарик. Послушайте, какая красивая музыка. Фонарик Руби всем понравился. Клубничка, Йо-Йо, не ссорьтесь, пожалуйста. Давайте играть по очереди. Ой, кажется, фонарик сломался. Ничего страшного. Просто батарейка выпала. Давайте поставим ее на место.
Странно, фонарик все равно не работает. Как жалко, ведь это папин подарок для Руби и Йо-Йо. Что будем делать? Кажется, малыш-клубничка знает, как починить фонарик. Посмотрим, что он принес. Это светлячки. Смотрите, фонарик стал еще красивее. Фестиваль фонариков – это так интересно!